9 мая – великий праздник не только для русского, но и для армянского народа, который внес большой вклад в победу 1945 года. Главное – отчизне служить. Фестиваль с таким названием прошел в Щелково в преддверии 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Учрежден он фондом памяти Арноба Баджаняна совместно с Центральным военным оркестром Министерства обороны России и военным оркестром Главного штаба Вооруженных сил Республики Армения. Военно-патриотический фестиваль проводится с 2017 года. Он уже проходил во многих городах Армении, в Севастополе стал традиционным и вот добрался до Подмосковья и впервые состоялся в Щелкове. В мероприятии приняли участие представители Международного фонда памяти Арноба Баджаняна, армянской общины Содружества армян Щелкова и Фрязино, администрации городского округа Щелкова, войсковая часть 54-164 и неравнодушные жители. Проводили фестиваль тематический, знакомим молодое поколение особенно с этой историей, для того, чтобы они могли бы пронести через себя этот гордый знак победы, передавая в будущем своим уже детям. Давайте еще раз преклонимся перед памятью великих людей, которые подарили нам жизнь. Проводим сегодня 7-й межгосударственный фестиваль, военно-патриотический. Главное отчизне служить с целью сохранить память павшим нашим дедам. Минутой молчания участники почтили память павших героев и возложили цветы к мемориалу Аллеи памяти. Далее в Центральном дворце культуры состоялся гала-концерт. Благодарственные письма за содействие в проведении фестиваля, а также за поддержку проектов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения от армянской общины Содружества армян Щелкова и Фрязино, вручили почетным гостям. В программе гала-концерта прозвучали произведения народного артиста СССР Арноба Баджаняна и песни военных лет. Их исполнили симфонический оркестр Ступинской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Московской области Дмитрий Тарасов, солисты фонда памяти Арноба Баджаняна, а также детский вокальный ансамбль «Нотки Арно». Песня слышится, не слышится. Фестиваль нашел большой отклик у жителей нашего городского округа, а также внес позитивный вклад в историю культурных связей между Россией и Арменией, укрепив их. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.